Дмитрий Маликов впервые опубликовал снимок сына. В свой день рождения 3 дня назад он сообщил о пополнении в семье. Мальчика родила суррогатная мать в одной из клиник Санкт-Петербурга. Семья Маликова тепло встретила ребенка в доме, украшенном синими шарами. Что, кто? Почему? Тяжеловато, могу сказать. Дети – главная тема недели. Она – босс. Так комментируют жесты дочки Бейонсе и Джей-Зи. 6-летняя Блу Айви указывает родителям на премии Грэмми довольно аплодировать. А в танцевальной группе, куда ходит Айви, она приструнила всех сверстниц. 6 детей Анджелины Джоли воспитаны прекрасно. Недавно посетили с мамой Лувр. Кажется, что это 6 обаятельных мальчишек. На самом деле 3 мальчика и 3 девочки. Анна Курникова все время проводит в спортзале. 1,5 месяца назад родила двойню и приступила к силовым тренировкам. Не утихают слухи, что детей Анны и Энрике Иглесиаса выносила суррогатная мать. Но это только потому, что никто не видел Анну беременной. Самая элегантная беременная красавица – герцогиня Кэтрин. Ее тонкие щиколотки не предают герцогиню даже на последних сроках. Кэтрин должна родить в марте. В Швеции Кейт и Уильям в смешных шапках встретились с детьми-хоккеистами. А Георга и Шарлотту оставили дома. Кэтрин сама фотографирует малышку. Девочка все больше становится похожа на бабушку Елизавету II.